Фильм «Хан Соло. Звездные войны. История» остался лидером кассовых сборов, но лишь на родине и с очень незначительным перевесом. За вторую неделю проката американские показатели упали на 65%. Фильм смог собрать лишь 30 миллионов долларов. Еще столько же принесли зарубежные зрители. Таким образом, касса фантастического боевика добралась до скромных 264 миллиона. Disney не сообщает, сколько потрачено на съемки, но, по оценкам аналитиков, неудачная премьера обойдется киностудии в 100 потерянных миллионов долларов. У «Дэдпула 2» все по-прежнему хорошо. На родине он собрал еще 23 миллиона, а за рубежом – 41 миллион. И это сделало его лидером общемирового проката. Общая касса супергеройского боевика превысила 598 миллионов долларов. До успеха первой части – 783 миллиона за все время показа. Фильму еще далеко, но при бюджете 110 миллионов о кассовом провале речь не идет. Что касается «Войны бесконечности», то ей все еще не удается добраться до 2 миллиардов сборов. На родине «Мстители» заняли четвертое место, уступив романтическому триллеру «Во власти стихии». На российские экраны фильм выйдет лишь 28 июня, так что «Мстители» пока держатся в тройке лидеров.